На пост, за стул, пить. Мне кажется, с левой ноги пошла, да? Да, она с правой. Можно вот так-то сделать, пожалуйста, очень прошу. Первый дубль, второй, третий, а за ним пятый и шестой. Это только на первый взгляд кажется, когда на тебя почти никто не смотрит, то и задание выполнить легко. На самом деле на камеру работать ничуть не легче, чем выступать перед большой аудиторией. Камера есть камера, она требует определенных каких-то усилий. Срок был маленький. И первый раз, когда работать на камеру, это тяжело. Ребята из военно-туристического клуба «Экстрим» принимают участие в областном смотре часовых постов номер один. Предварительный его этап впервые в этом году проводится в онлайн-формате. Участники должны предоставить записи своих выступлений, причем площадок несколько. Нам нужно было подготовить три рабочих места. Это одиночная подготовка, действие в команде и прохождение строевым строем. Маршем молодые патриоты проходили в стенах родной школы. Чтобы выполнить задание безукоризненно, нужна серьезная подготовка. Сначала обговаривали все детали и только потом приступали к делу. Я бы поставила, наверное, 4 из 5. Потому что мы все максимально быстро натренировали, так как время было максимально мало. Ребята молодцы, хорошо справились, и меня это очень радует. Теперь участников ждет онлайн-викторина, а далее подведение итогов. Если команда попадет в число 20 лучших, то выходит в финал. «Экстрим», к слову, неизменный участник и призер решающих смотров. Дмитрий Сурков, ТРК «Радуга-3», Сергиевский район.